Постоянное представительство Якутии при президенте Российской Федерации активно работает над отстаиванием интересов Якутии в федеральных органах власти. В 2021 году в фокусе внимания ведомства были проекты, связанные с развитием транспортной, медицинской, энергетической, образовательной, научной инфраструктуры и других сфер развития. Постпредство сопровождало принятие положительных решений по строительству Ленского моста, третьей нитки магистрального газопровода Кызылсыр, онкологического и инфекционного центров. Занималось решением вопроса по обеспечению круглогодичного транспортного сообщения по автомобильным дорогам Лена, Вилю и Колыма, проекта, поддержанного президентом страны Владимиром Путиным. Считаю, что реализация таких проектов крупных позволит решать нам главную задачу повышения качества жизни людей. Важным успехом прошлого года стала победа «Нот-Север» в конкурсе межрегионального отбора научно-образовательных центров мирового уровня. Якутию посетил президент Российской академии наук Александр Сергеев. Якутия является флагманом этого научно-образовательного центра. Теперь проекты Якутского центра могут претендовать на гранты из федерального бюджета. Эта победа станет еще одним драйвером для развития науки в республике. В зону ответственности постоянного представительства также входит проведение мероприятий, повышающих статус республики, привлечение и сопровождение российских и зарубежных инвесторов, налаживание связей с другими регионами и странами. Поддержать в том числе и бизнес из Якутии, там, кто хочет выходить на внешние рынки. Представление якутской культуры и культуры народов, которые населяют Якутию. В 2021 году при участии постпредства был проведен целый комплекс презентаций перспективных инвест-проектов республики, в том числе по развитию кластера по производству безуглеродных энергоносителей на территории Якутии. Так, с Республикой Беларусь были достигнуты договоренности о поставке большегрузной и карьерной техники, развитии совместной работы в деревообрабатывающей промышленности, молочной индустрии, оздоровительном туризме и IT-сфере. В стенах постпредства состоялось первое заседание Комитета старших должностных лиц Арктического совета и были достигнуты договоренности о проведении осенью 2023 года в Якутске завершающего мероприятия в рамках российского председательства в Арктическом совете – Всемирного саммита по вопросам изменения климата и таяния вечной мерзлоты. Вопросы международного сотрудничества в Арктике являются одним из приоритетных направлений работы правительства нашей республики. Все это работает на повышение статуса республики как крупнейшего арктического региона и позволяет познакомить мировое сообщество с перспективными проектами и инициативами республики. Важнейшим направлением для постоянного представительства была и остается работа с диаспорой и поддержка студентов. Ведомство взяло на себя миссию в консолидации якутян, оказании содействия в решении различных сложностей, с которыми сталкиваются граждане за пределами республики. Поиск жилья, устройство в детские сады и школы Москвы и Санкт-Петербурга, восстановление документов, доставка лекарств и продуктов. Как правило, именно с такими просьбами обращаются в постпредство. Всего за год ведомство отработало более 400 подобных обращений. В решении различных вопросов от граждан большой вклад вносит Общественный совет, в котором состоят якутяне, живущие за пределами республики. Постоянное представительство Республики Саха-Якутия при президенте Российской Федерации продолжают ту линию, которую задал Максим Кирович Амосов, сыгравший решающую роль в образовании нашей республики и создании постпредства в Москве. В этом году ведомство отметит не только столетие Якутии, но и 100 лет с момента своего образования.